Сегодня 16 января 2019 год. Это обводный канал. Время у нас около 7 часов вечера. Паровой мост. Местами даже скользко. Погода не очень хорошая. Особого желания нет, куда-то идти, что посмотреть. Потом потеплеет на выходных. Дома старые постройки. Отсюда где-то полчаса до Невского проспекта, если пешком идти, но сравнительно недалеко. Сейчас выхожу на Лиговский проспект. Я уже в прошлый раз показывал. Это сам торговый комплекс Лигов. Да, скользко будет. Не посыпает тут ничего, никто ничего не делает. Непорядок. Посмотрим, что там в дворе. Все как обычно. Детская площадка. Лист пристроенный явно. Не так давно. Тут пробка образовалась. Погода непонятная, то тепло, то холодно. Но здесь ветра нету, сразу потеплело. Потому что дома, наверное, от ветра прикрывают. Улица называется Набережная обводного канала 83.
старинные дома. Вот, как говорят, некоторые дома дореволюционные. Старые дома. Лавочки стоят. Видимо, у меня батарея уже садится. Оповещение пришло. Да, в такую погоду на лавочках не посидишь. Вон метро через дорогу. Ну, я уже в прошлый раз показывал. Вот, подхожу именно к этому месту. Ветер дует, видимо, телефон подмерзать начал. Он притормаживает.